Ария Рум, мой маленький любитель взрывов. И мы начинаем. Всего вообще в игре 7 этапов. Мы дошли с тобой до второго. На второй не прошли? Нет, еще. Нам 2 бомбы осталось во втором этапе. Старт. Нажал. Давай. Я нажал. Ну? Загружается. Все. Давай. Нажал. Погоди, там орут. Курболёта. А я говорила, и всех надо перебивать. Этих терболят. Мало того, что они с миссиями не справляются, так еще и орут на заднем фоне. Угу. В следующий раз будешь слушать меня больше, потому что я босс. Ага. Так, бомба. Так, цифры, бомба, лабиринт. Нашла. Давай. Четвертый столбец, первая строка. Четвертый столбец, первая строка. Нашла. Сюда нашла карту. Ты где? Я нахожусь на пятый столбец, последняя строка. Пятый столбец, последняя строка. Нашла. Мне надо в третий столбец, первая строка. Первый столбец, третья строка. Нашла. Влево. Влево. Вверх. Вверх. Нельзя вверх. Влево. Еще раз скажи, где ты. Так сложно. Четвертая строка, последний столбец. Наоборот. Четвертый столбец, последняя строка. А, ты на последний. Я тебе так сказал сначала. Влево. 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 Еще раз скажи, где треугольник. Второй столбец. А, треугольник. Третий столбец, первая строка. Третий столбец, первая строка. Окей, влево. Еще раз влево. Да. Вверх. Ты на второй строке? Да. Право. Право. Вверх. Вверх. Осциллограф. Это что? Ну, циферки. Горит 2. Одна ошибка. А это что ты знаешь? Ага. Нажмите кнопку на второй позиции. Горит 1. Нажмите кнопку со значением 4. Горит 3. Нажмите кнопку на третьей позиции. Горит цифра 3. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на втором этапе. А что я нажал на втором этапе? Ви! Ты нажал кнопку со значением 4, которая была на первой позиции. 2 горит. Нажмите кнопку на первой позиции. Значит, прикольные тоже. Вообще игры классные, мне нравятся. Да конечно, я тебе и говорил, давай два нас играем. Нет, не хочу, не буду. Футерлой была очень занята своими межпланетными делишками. Так, включай первую попавшуюся. Все. Надо же мне когда-то тебя взрывать. Ладно. Лабиринт. Нет, давай не лабиринт, давай вот эту вот игру, которая попалась. Тут есть 6 слов и слово сверху. Отлично, супер, мне очень нравится. Много слов, я тебя как я назову по-другому? А, много слов, да? Да. Я находила только что. Много слов, поняла. Да, горит Си. Это не та игра явно. А есть название какое-нибудь? Я не знаю, нет, я не... Давай я вот так вот взорвусь на ней и... Я чуть ли сейчас ее не прошел на рандоме, у меня две уже загорело. Она называется, сейчас скажу как. Называется игра «Кто первый?». Еще. Я заново начинаю бомбу. Сейчас, подожди, мне нужно сначала прыгу найти, мне теперь интересно. Да, тут она есть. Ее начинаю. А нет, тут цифры. Возвращайся к цифрам. Готова? Иду. Да. Горит 4. Нажмите кнопку на четвертой позиции. Горит 3. Нажмите кнопку на первой позиции. 4 горит. Нажмите кнопку со значением 4. Горит 1. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом этапе, четвертую позицию. 1. Нажмите кнопку с тем же значением, которую вы нажали на первом этапе, 4. Да. Лабиринт. Е-е-е. Пятый столбец, третья строка. Нашла. Кружок находится. Где ты? Я где? Последний столбец, четвертая строка. Мне нужно на... четвертую строку третьего столбца. Ну нет, вру. Мне нужно на четвертый столбец третьей строки. Ничего себе. Окей. Ты на последний? Да, я в самой последней клетке, по самому последнего столбца. Я. На каком ты столбце? На третьем. Я. Право.
Где треугольничек? Надо мной. Над тобой. Лево. Ура! Две минуты, кнопка hold синяя. Синяя кнопка hold. Нет ошибок. Синяя. Две батарейки. Нет, не важно. Удержание кнопки. Красный. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна единице. Ага, провода. Шесть проводов. Шесть. Минута 20. Есть, последние. Один? Да. Белых проводов больше, чем один? Нет, их нет. Красных проводов нет? Два. Режь четвертый. Да, разминировали. Ура! Дай железную лапку. Три этих. Есть осциллограф? Давай с него начнем. Цифры. Четыре. Горит четыре. Горит два. Горит один. Горит два. Провода. Последняя цифра серийного номера нечетная? Последняя цифра нечетная. Последний красный режь. Режь последний красный. Да. Ну и много букв, много слов. Одна минута осталась. Используйте слово из первого шага. Нажмите на первую кнопку, которая появляется в подходящем списке. Перечисляй слова, которые у тебя есть. Ю. Ю. 50 секунд. Нашла, да. Юр. Ю. Юр. Юр. Как you are. Ну да, you are. Ур. Next. Ах, ах, you are. You are есть. You are нажимаю. Да, да, you are нажал. Горит бланк большой, написано. Ну, большая цифра бланк. Здесь еще не разобралась. А, все. Wait. Right, okay, middle blank, press, ready, nothing, no, what, left, ah, yes, first. А? Чего? Зажмите на первых. Чего-то, я вроде женщина. Провода. Режь последний. Да. Лабиринт. Лево? Лево. Все? О, все. Минута 0-1, короче. Давай. Все? Да. Ой, молодцы. Это было легко. Фух. Просто задания попались изичные. Тут сложнее модули пойдут дальше. Ой, класс. Надо разобраться с тем странным модулем с буквами. Да и с остальными не мешает. Ну да, но тут еще их полно, по сути. B906V. Гласных букв нет. Нет. Это я затупил. Сложнее, чем кажется. Мне тоже листочек. Да, это листочек. Мне тоже. На Саймона мне тоже листочек нужен. Тебе тоже приходится думать? Да. То есть тебе надо запоминать, что зачем идет? Да. Это когда ты смотришь, когда они говорят, и когда тебе нужно совершенно противоположное и совершенно не в тех цветах, это сложно, да. То есть мне нужно не нажать именно цвет, а повторить с первого, которые идут. Это как реально, как Саймон говорит, только в более извращенной форме. Прикольно. Ну буквы, слова буквы, написано red. Давай, давай. Red. Так, смотри, правая колонка, вторая строка. Ух, ух. Пух-пух? Ух, ух. А, ух, ух. Ух, ух. Я сочетаю. Ур, ю, ю. Ур есть, ур есть. Ур. Нажимаю. Нажимаю. Да. Иди дальше. Юр, юрия. Ну, то есть, ю, штрих, ю, ре. Ю, юр. Юр есть. Ур. Юр. Давай, нажал, юр. Да. Дальше идет сейз. Сейс? Ну, как сей и просто с. Без апострофа. Ищи. Сей? Сейз. Сейз. Нет этого слова. Сайз. S-I-Y-S. S? S-змейкой, да. S-змейкой, A-Y-S-змейкой.
Может, sure? Нет. У меня только это слово есть на S. Сури? Да. Не сури. Буква C. C? Да. Это сейчас, третий этап это уже. А, все поняла. Повторяйте, пока не обезвредите модуль. Буква поняла, C. поняла, что мне нужно. Буква поняла, C. Сейчас. Чу. Которая си? Которая как сиська, только без соска. Где и, да? Дальше. Си, да? И. Ты что там меня хочешь, я не пойму. Там дальше буквы и, е. Просто С. Просто С. А, нашла. Вторая колонка, первый. Ух-хух. Это я видела. Ух-хух. Нажимай, если есть. Есть, ух-хух. Ух-хух. Все. Ух-хух. Поняла, как его разминировать? Да. Давай. А, пароль. Что надо мне делать? D, C, Z, R, J. Я не понимаю, что надо. Я у тебя спрашиваю, что у тебя есть на картинке. S есть? У меня есть только буквы, и я могу их менять. Все, у меня больше ничего нет. Я у тебя спрашиваю, какие у тебя буквы есть? D, C, Z, R, J. У меня нет Z. Может быть, ты неправильно букву произнес? Z или S? Z. D, C, Z, R, J. Ладно, буду искать D. У меня есть D буквы found, world, would. Ладно, может это не то? Ты можешь просто их менять местами? Я не местами, я могу, вот, допустим, я нажимаю вверх на D, и он меняется на Y. Потом C, J, M, K, да, и D, дальше. Вот теперь снова D. Я могу их менять. Меняй. На чё? Какие у тебя есть доступные там буквы? На что ты их можешь менять? C, J, M, K, D. На G меняй. Ну. Попробуй во втором столбике поменять, если есть R. Нет, во втором столбике. C, K, S, J, Q, O, S. Все мигает. Мне страшно. Все мигает. Осталось 49 секунд. Ты точно не сказал правильную букву C, а не S? Первую. Попробуй. C как сиська. Здесь есть только слом great. Все. На G. Входящая по столбу. Не ищи на G, ищи на любую из этих пяти букв. Так я знаю, здесь нет ничего остального. Нету на букву, слов на букву D, Y, C, G, M. Нет. Не может быть такого. Так, снова этот экранчик есть. Тут есть цифры и провода. Ладно, легкий. Экранчик. Первые цифры, которые есть. O, A, J, Q, W, O, H. Есть about. Есть некоторые буквы на A. About не подходит. About не подходит. Вторую колоночку. J, G, B. Хорошо. Again попробуй. Again. Again. Да. Так, теперь цифры. Осциллограф. Один горит. Горит 4. О, у меня свет пропал. Горит 3. Горит 2. 4 горит. Провода. 6 проводов. Четвертый режь. Да, мы прошли. Прошли. Просто как-то странно. Да, все, я прошли. Ой. Так, тут давай новый модуль. Тут есть какой-то? Я не знаю, что это за модуль. Тут какие-то проводки. Это тебе знакомо? Нет. Нет. 1, 2, 3, ABC написано. 1, 2, 3, ABC. Я не знаю, что это за модуль. Сейчас найду. Я покопалась, такого нет. Усложненные провода, да? Там провода. Я на рандом прохожу. А, нет, не прошел. Я взорвался. Проводом есть светоидиод. Ви. Светоидиод, как ты? Ви. Тут есть провода и лампочки. Ага, давай. Нашла? Провода. А, они вертикальные, 6 проводов. Нашла. Первый провод полосатый со звездочкой, без значка. Все, поняла, сейчас найду. Здесь, походу, си. Режь провод. Нет. Хорошо. Пока я в этом разберусь, походу.
взорвался. Вот снова те провода. Есть красный провод, просто красный провод с огоньком. Последняя цифра серийного номера четная? Нет. Значит, не режь. Хорошо. Полосатый провод. Без всего. Светодиода нет? Нет. И звездочка есть, да? Нет. Интересно. Провода бывают полосатыми. Ну, он полосатый. Хорошо. Давай его пока включим. Давай дальше. Такой же провод, полосатый, со звездочкой. Только цвета другие у него. Цвета другие? Да. Тот был сине-белый, этот красно-белый. Со звездочкой. Режь. Ладно. Да? Да. Я не понимаю, что покажу. Такой же красно-белый провод, только без звездочки, но с огоньком. Со светодиодом. Да. Не режь этот провод. Хорошо. Синий провод, просто синий провод с диодом. У бомбы есть параллельный порт. В смысле параллельный? Просто написано параллельный порт. Что значит параллельный? Ну это параллельный. Раз полосочка, два полосочка. Параллельный чему? Порту. Какому из? Допустим, есть. Попробуй разрежь. Разрезалось. Да, ну хорошо, отлично. И еще на дальше. Красный провод. А дальше? Красный провод. И его разрезало, и нормально все. Какой-то один остался из. Ну предположим, что вот этот, не этот. О, стоп. А, ой. Я, короче, все разрезал. Осталось 48 секунд, один страйк тут есть. Мы не успеем, короче. Давай, давай, попробуем. Что? Я взорвался. Ничего страшного. Найди сложные провода. Вот просто есть Саймон говорит, провода и еще такой индикатор, я не знаю, как он называет. Первый черный А. Режь. Первый красный Б. Не режь. Второй красный А. Не режь. А, второй черный Б. Не режь. А, первый синий А. Не режь. Третий черный С. Нет. Третий красный С. Нет. Четвертый черный С. Да. Пятый черный С. Нет. Это был легкий модуль. Ну, Саймон говорит. Зюх.